все, кто желает. Итак, друзья, невеста готова. Ваши аплодисменты! Те, кому предназначен этот букет, тоже готовы? Готовы! На счет три, друзья! Все дружненько считаем. Раз! Два! Три! Друзья, я могу вам сказать, что так делают все невесты на свадьбе. Все невесты, у них какой-то курс особый, да, по киданию, бросанию и розыгрышу этого заветного букета. Поэтому дубль два. Все дружненько снова считаем. Раз, два, три. Вот так вот, друзья. Букет достался той, кому больше всего надо. На память, фото на память, невеста из букета. Так, стоп, 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 отдайте нам букет. Стоп, 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 отдайте той, которая поймала ее и должна обладать им по праву. Ну, а мы, дорогие друзья, ждем, пока фотографируется невеста с букетом и с обладательницей букета. И я приглашаю, в свою очередь, всех неженатых мужчин. Всех неженатых мужчин приглашаю на сцену, потому что у невесты есть еще один аксессуар, которым она хочет поделиться. Это свадебная подвязка. Расслабься и получай удовольствие. Сейчас все сделает за тебя. Друзья, сейчас жених будет снимать подвязку под ваши аплодисменты. Как он это будет делать, я думаю, что он уже решил давно. От вас нужна всего лишь поддержка. Похлопаем жениху, друзья! Громче, 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 громче! Отлично! Спасибо, давайте поаплодируем невесте. Давайте похлопаем невесте. Итак, все неженатые мужчины, вы здесь? Есть кто-то? Три наряда мне очереди. Кидай! Кидай! А где Рязан? А что ты так далеко-то ушел? Пока мы тут гадали, в общем, появилась жена у человека, понимаете? Ну что, давайте снова, друзья, все дружненько. Раз! Два! Три! Вот так вот, дорогие друзья. Самому ловкому, ну и, как говорится, чему быть того не виноват, на память, фото, на память, на руку нет, это ваше, на руку, либо на голову. Честно скажу, я вчера надевал, я вчера был. Друзья, громче, громче нужны ваши аплодисменты! За руку, вот так же вместе вы должны разрезать этот торт. Иди сюда, мой хороший. Сейчас же мы с невестой разрежем, и всем достанется по каждому по кусочку, мы все сможем его попробовать. Друзья, а от вас нужна поддержка снова. Первый кусочек от жениха и невесты. Первый свадебный кусочек самого вкусного торта на свете, как я уже объявлял. Торта? Самого вкусного торта? Ну ладно. Может, экологисты есть? Я не спорю, на самом деле. А как вы правильно, компас или компас? А, компас, видите, есть у нас тут разногласие. Ну-ка, чего там? Да ладно, я послушаю.
Друзья, на ваших глазах происходит детское преступление. Только что был зарезан первый кусок торта, дорогие друзья! Ваши аплодисменты! Его чем-нибудь так, этими розочками. Итак, друзья, кто хочет торт? Кто хочет торт? Вот тут мне уже, я даже ничего не успел сказать, мне уже 500 рублей дают. Подождите, если вы думаете, что я просто так сдался, вы меня еще не знаете. Я их столько продал на своем веку, и просто так этот не отдам, друзья. Не отдам. Начальная цена вот тут предложили 1000 рублей, друзья. Начинаем с косаря. Две тысячи рублей. Давайте я вам расскажу, чтобы вы понимали, за что нужно бороться. Этот торт всю прошедшую ночь пекли для вас жених и невеста. Видите вот крем, который взбивал жених, ковши пекла невеста. И пиво пил при этом. Он у нас вообще, как Юлий Цезарь, может три дела одновременно делать. Итак, друзья, видите, у нас тут розочки. Эти розочки росли в экологически чистом районе и специально для этого торта выращивались. И я вам скажу, что 2000 рублей для этого торта — это прям совсем ничего. Поэтому, друзья, пока вы не предложили три, я вам хочу рассказать. Когда сегодня ночью все 12 планет сошлись в одну линию, друзья, этот торт вынули из печи. И появилась роза. И появилась роза. 2500. Поэтому 2500, да. Давайте я подойду рядом, встану 2500, чтобы было понятно, за что нужно бороться. А ингредиенты, друзья, которые были приготовлены, которые были использованы для приготовления этого торта, они были взяты тоже из экологически чистых продуктов. Пшено, из которого сделана мука. Яйца, которые несли самые здоровые курицы в мире, друзья. Из этих яиц сбивали коржи и приготовили торт. Вы хотите что-то сказать? Да. Это фонд жениха и невесты. А сколько стоит? 2500 предлагают. Три, говорит молодой человек, личные рубашки. В очередной раз повышает цену. Да. 1 миллион. Кто больше, друзья? 300. 300, да. Так, ладно. Пойду подстою и рядом с вами. Чтобы вы тоже могли его ощутить спинным мозгом. Потому что, как я уже говорил, это не просто торт, друзья. Это волшебный торт. 3500. 3500. И рядом с вами я тоже хочу постоять. Да. Давайте. Рядом постоим. 3500, друзья. 3500, я уже говорил. Про розы. Вкусно по мне? Да. Стоп. 3550. 3550. Стою между вами уже, друзья. 4. Закрой рот, жена толкает, вот его уже. У тебя есть такие деньги? Почему я не знаю? Я знаю, у тебя есть. У тебя есть такие деньги, почему я не знал об этом? Итак, друзья, 4000. 4000 за... 4050. У вас вечером будет болеть ребра. Болеть. 4500. Не думая, повышая цену. Да. Итак, друзья, про 12 планет рассказал, про чисто экологические продукты рассказал, про то, что жених вбивал крем, а невеста бежал коржи рассказал. 4500 раз. Он растает. 4500 два. 4500 три. 5, друзья.
5000 рублей. 5 это вам не шутки. 5500, понятно, 5500. Я готов в поле до утра ходить и разносить этот торт туда сюда. Вы самое главное, повышайте цену. Давай. Потому что вы уже же не поменяете, договорились. 5500 раз, друзья. 5500, 2. 6. Это кто сказал 6? Да. Кто сказал 6? Лет 15 занимался футболом, до сих пор продолжаю бегать. Могу челночить туда-сюда до 8 часов утра, честно. Самое главное, повышайте цену. Друзья, это вот кусочек, который вам вручит, кстати, не вручит, но вручит жених и невеста. За это было бы неплохо накинуть еще 500. За то, что вы получите, да. Уже жалеет. Ну что, 6000 раз. 6002. Сиди, продано. Чё там, сиди. 6003 продано. Итак, как я уже говорил, получаете ваш дом. Из рук невесты подходите. 6000 не забудьте прихватить. Итак. Дорогие друзья, ваши аплодисменты малому человеку 6000 рублей за первый свадебный кусок. Всем остальным он останется бесплатно, дорогие друзья. Минут через 3. Всем раздадут. Всем желаю приятного аппетита. Для вас. Вы можете угоститься тортиком и вам нальют чай. Подходите, не стесняйтесь. Ну, а я хочу с вами попрощаться, дорогие друзья. На этом мой вечер подошел к концу. Я оставляю вас с Ренатом. Он будет вас танцевать, пока вы не упадете, пока вы не устанете, друзья. Танцуйте, веселитесь. Спасибо вам всем большое. Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо, до свидания. Thank you.